Всем привет, меня зовут Виктор, а это Days Server SSSR. СССР, как там, новая жизнь, вроде что-то забыл, капец, как сервер называется, на котором играю. В общем, самое главное, что это сервер СССР. И это следующая часть по этому серверу. Новая жизнь, точно, новая жизнь. И это следующая часть. В прошлой серии, короче, я умудрился травануться на СЗ по своей глупости. Опять я на зараженной территории. Нормально. Да ладно, пофигу, блядь, побегу здесь уже. Побегу здесь уже. Что делать. Вам повезло, вы покинули. Вам не повезло, вы зашли. Так, а чё, кстати, я там за подсумки-то залутал? Магавк и сумка для сбора магазинов, да, может еще быть. Ну ладно. Так, а я, кстати, это... Да, блядь. Только начал есть сразу это. Типа и угораздило же сразу снова на зараженную территорию залететь. И тут же вышел. Зашел и вышел, блядь. И так, у меня сколько еще места-то осталось? Хигаты. Что такое хигата, блин, вообще?
Что, тебе не надоело еще блевать? Место тоже химка валяется. Либо я так сильно... Ну, тошнота это там, типа, да, холера. А, либо холера, либо сальмонелла. Где-то была бы, тут информация о том, что у меня тут, холера тут или сальмонелла. Я бы хоть понимал, что жрать.
Стрелка. Тетрик снова закон. Ну-ка, давай я хоть. Где у меня? Вот еда. Сейчас чуть-чуть перекусим. Ночь, блядь. Опять ночь. Чё, где-то корова. Где? О, прошло, заебись. Вылечился, слава богу. Так, это собор или нет? Причем это... А, я уже новый, а тут... Еще старый, да? А, что, давай... Сгоняем тут недалеко. Так, что у меня по слотам? Сейчас, подожди, давай сразу разберемся, что по слотам. Что по слотам? Что я могу там? Что я могу там? Что я могу там? Особо, честно, непонятно, что я могу там. Патроны какие-то лутануть, что-то лутануть. Что это такое? Это разрядить. Разрядить тебя можно? Разрядить тебя нечем. Нет, не побегу я туда. Не побегу. Разбежим уже. Продаваться можно и тут полутаться. Ну-ка, вот это С. Вот это CZ. Она 5,56, да? Да, 45. Чешский перспективный автомат с большим потенциалом для модифицирования. Использует патроны. Вот это. Ну, это мне МК не нравится. И как бы К.
Вепрь 15. Че ему сейчас на тачку денег сейчас нафармлю себе. Так, а здесь Симург. Ну, если сейчас от Кумырна я побегу в Симург. Симург. Чё там? А, он хочет, чтоб я в эфир вышел. Точнее, его в эфир пустил. Сейчас бы вспомнить, где я эти карты нашел, туристические. Находил. Там.
Так, бронежилет так-так. А ты такое покупаешь? Ты только химгрелку можешь купить, понятно. Чего важная пися? Ты что купить можешь? Ничего. Эй, алло, я же тебе. Ничего из этого. А ну, блин, вот ВСДху можно было, кстати, здесь продать. А я что-то это... Ну, ладно. А я-то думал, тебе здесь что-то надо из того, что я принес. Получается, эту всю херню, что я принес, получается, что это всю херню, что я принес, можно выбросить, да? Здесь я ее не продам. Консервированная спагетти. Так, ты... Давай разряжать тебя. Давай тебя разряжать. Что ж ты такой жадный-то, чувак? Гейт 308. Наверное, сочная какая-то пушка, это Хигейт. Да? Вопрос... А, ну это у сталкера надо было, наверное, смотреть ее. А здесь есть какая-нибудь Хигейт? Хигаты. Нету. Нету. К-74... Подожди, с тебя разве эта штука? А, с тебя ж не снимается. Каждый раз это вспоминаю. Каждый раз это забываю.
А это здесь не продается. Да. Беда, печаль. Беда, печаль, что это здесь не продается. Так, это. Ну, удобно сделано, что, короче, есть по десятке продавать и по единичке. Вот это прям чудно. А их нельзя купить, кстати. Их нельзя купить, амуниция для оружия. Значит, это какая-то редкая штука, только для какой? Для какой-то винтовки. Так, прицел. Для калаша. И... Подожди, у меня же такое чувство, что я прицел РВН колутал. А, он сюда и встал, кстати. Он вот сюда встал. РВН-ка сразу, да? Но без батарейки. Но без батарейки встал. Так, нож боевой у меня. Один здесь есть, значит, боевой нож можно продать. А, нет. Так, боевой нож. Его нельзя купить, но можно продать. Вот и думай, представляет ли ценность тут боевой нож или нет, да. Ну, обоймы вот эти он тут не покупает. Сколько в тебе? 7 патронов. Подлимас. Обойму подлимас тоже он тут не берет, да? Хороший вопрос. К кому? К кому с этим подаваться? Непонятно, к кому. Это тоже здесь не берут. То есть к сталкеру надо с этим идти. От ТВП. Ну, скорее всего, к сталкеру, да, наверное, надо будет с этим идти. И вот эти две пушки. Так, что здесь можно продать? А, пакет семян. Плюшевый Миха по 500. Плюшевый Мишка по 500. А, это гаражик. Так, ты у нас что тут? Квас, бутылка, бинт. Квас давай продадим. Интересно. Стало очень интересно. Сейчас или к сталкеру бежать, продавать вещи, а потом снова в кумырну топить.
Или в Симург попытаться сгонять. Да? Че ты лыбишься, сидишь? Может, купишь что-нибудь у меня? Скотина. Уж у меня репутации не хватает, чтобы он что-то купил. Может, а может, товара у меня нет такого, который он покупает, да? Пойти оленя там этого приголубить или не пойти? Пойти или не пойти? Вот в чем вопрос. А вот в чем подвох. Идти или не идти? Идти или не идти? Просто здесь с другой стороны сейчас. На тачку-то, наверное, мне еще не хватит бабла, да? Бабла на тачку-то не хватает еще. Что делать? Вот вопрос в том, что делать. Даже не что делать, а что делать. Раз на тачку бабла не хватает. Есть шмот, который нужно продать. И просто, ну... Тачку. Здесь я больше продать не могу. Подожди, вот, ну, но вот... На вот эту херню какой может быть глушитель? Тут же есть глушитель? Есть. Вопрос только какой, да? Так, батарейка. Батарейку можно, кстати, купить здесь или нет? Батарейка. А, да, давай купим. Батарейку одну вставим в прицел. Ну и куда ты прилетела, батарейка? А вот. Так, ты прицел? Или чё ты? Ага, прицел. Так, вот, ты фонарик не нужен, тебя продать можно. Окей, так, а фонарик продать... Чё тут было сильно повреждённое? А, рация сильно повреждённая. Фонарик можно продать здесь. Глушитель мне нужен на тебя. Глушитель. Цевьё для М4А1. А, не понял, а тут разве надо цевьё? Цевьё МП. Чё за бред? А. Так, складной приклад, оптика, пистолетный, либо обычный, стандарты, это для МП9, так, стандартный, 500 и обычный, скорее всего ты, точно, угадал. Ну все, теперь я хотя бы смогу с тебя стрелять бесшумно. Так, патрики разобрать. Бумагу продать. Бумагу продать. Ну и топор пожарного, соответственно, тоже. Так как у меня теперь есть из чего стрелять полноценно. Все с глушителями. Все на мази. Будем теперь стрелять.
Так, обоймы заряжены, деньги в банк. Деньги в банк. Не хватает на тачку. Не хватает. Так, а где сталкер? 6 километров до сталкера. А до Симурга 8. Ну, у сталкера я был. Я в Симурге не был. Я не был в Симурге. Это то, до чего осталось добежать. До Симурга и все. Ишкомби. Так, а Симург это у нас... Симург это вот, кстати, там я... А, ну это Мышкина. То есть, возможно, там мне сейчас посчастливится, я пересекусь либо с волками, либо с медведями. Надеюсь, с медведями с одним пересекусь. Просто вот так вот теоретически предположить, а что могло бы продаваться в Симурге? Строительный какой-то лут. Что? Ну, в Кармановку я сгонял, посмотрел, там продается все. Есть сталкер, который экзу продает, оружие. Есть охотник, который, скорее всего, покупает мясцо и все остальное. Да? Есть кумыр, на где можно продать практически все. С таким вот пояс. Ну, пояс, по-моему, у сталкера такой был. Пояс, броник такой у сталкера.
Там 2, тут 3, 5. 5 барашков. Деньги. А, прикольно. Баблишко. Баблишко нашлось. Если бы ты мне нужен был бы, или там, а там самка осталась, я самца вольнул. Беги, беги.
Че, может тут какой-нибудь халикрашек упадет? Или не хочет?
Так, 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 Мышкина мы. Я уже далеко как пробежал от Мышкина, да? Можешь вернуться маленечко сюда. Полутаться сколько туда? 500 метров, да? Хуйня, давай. Сгоняем. Блять, у меня ж рация включена. Ну, никакой этой нету. Информация ждет он меня в эфире. В гаражах Березина задание. В гаражах Березина. Так, Лопатина. И Лопатина это же где-то Мышкина, пустошка. А, ну не. Лопатина это. Километра до хера, до хера. А вы же здесь еще есть. Все, рюкзак на 90, да? А где? Чел, где с рюкзаком, чел? Так, нет. Black Eagle, дробовик.
прицел, барака. М82. Магазин для М82. Прикольно. Че нахер я тебя тоже взял? Серьезно. Голографический прицел. Что-то новенькое. Еще голографа. Голограф. Тактик, тактик. Скарабкаться. Клад патроны. Фикс. Пестик, шмистик. Так. Еще это Мосберг уже. Это Вайк. Ток 4/32. Хорошо. Что это, блин,
за электростанция. Так. Оружие тут продают, да? А, здесь троны или чё? Здесь жратва. Так, а ты чё у нас тут продаешь? Ну, в Симурге можно это продать. Ну, окей. Два дробовика такие висят у него. Сочные. Ну и готовься быстрее. Блин, ты забагалась, что ли, да, или чё? Уже забагалась готовка жратвы. Блин, готовка жратвы забагалась, прикольно. Смотреть, что за патроны на М82. А, ну так это такие же, какие для вот этого, да, получается. О, очнулось.
Точно, Миша здесь. Что надо, на медведя поохотиться пойти? Так, а здесь есть где-то... А где я? Я где? А, тут вот вышка, кстати, есть. А, нет, это не вышка. Это не вышка. Блин, это... Это домик. Это просто сраный домик. Там ловить нечего. Же, где тут у меня магазин FX? Ну-ка, сколько тебе в Мосберг входит или в этот, в Дезерт? Посмотреть. 9. В итоге есть патронов тут. А здесь, ну, также 9. Просто больше патронов нету, да? Просто больше нету патронов. За мясо какое-то в чате идет. 1 другого мочит. Так, не надо мне врать, я же знаю, что ты сюда. Подходишь, так. Тигр. А, оружие, магазины, обвесы, боеприпасы, оружие. Так, а чё? Прицелы. Механический. Так, стейк. Ты этот. А ты?
Так, что ты вообще продаешь? Сумка для сброса магазинов. А вот что такое. Подсумки. А, ну такой я рюкзак продал уже. Типа большой, вместительный, да? А, он клановая вот эту хренотень придает, да? Не хочешь у меня рюкзак этот купить? А, человек. Короче, остальное здесь ничего не продать. О, это почему? Осталось. Раз. Сколько у меня обойм вообще под кольт? Два. И третья, да, вот это. Третья. Пойти на поиски медведя, да? Главное, чтобы он меня раньше не заметил, чем я его. А так в основном все нормально, да? Так, еще вот эту же можно продать. Магазин под FX. Не слышно, бля, медведя больше. Бежит, по-моему.
Тэпнули, что ли, его, блядь? Он же уже прям подходил ко мне, Мишка. Мишка прям подходил ко мне, и куда-то его и тэпнули. Отлично вообще прям. Прям охеренно. Патроны только впустую просрал. Получается. Так, ну а это здесь не продается, значит, да? Это здесь не продается. Ни хера из этого не продается здесь. К Сидорову, ой, не к Сидоровичу, к этому. Похоже, надо будет бежать, да? Кстати. Спокойной ночи. Ладно, ребят, пусть он, короче, спит. Давайте на этом серию сегодняшнюю закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.